Еще один экстренный выпуск. А как по-другому назвать, ребята? Как бы вы поступили на моем месте? Если бы на улице дождь, а вам сказали, что в трубе под дорогой сидят 4 малыша, которые целый день бегают через дорогу. Скажите, мои хорошие, как бы вы поступили на моем месте? Укрылись бы фразой: «Ой, у нас нету корма, ой, ребята, мы переполнены», и сделали вид, что малышей нет, отвернулись бы от них. Скажите, мои хорошие, как мне поступить? Как? Ребят, я честно говорю, мне перед вами вот правда неудобно, потому что я-то бросаюсь на помощь. Но вы же прекрасно понимаете, что я без вас не справлюсь. И тем не менее, может быть, я настолько ненормальная, что я верю в то, что добро победит, что мы справимся, что когда мы вместе, у нас все получится. Ребят, ну как смотреть на этот мир, если хоть раз отвернуться от того, кто просит, кто нуждается в помощи? Скажите, мои хорошие, как? Мне кажется, я никогда этого не смогу сделать. Да, мне сейчас 62. Ребята, ну пока я в состоянии ползать, ребят, я всегда побегу на помощь. А потом буду рвать сердце и душу и себе, и вам. И доказывать вам, что добро должно победить. Что когда мы вместе, мы сильнее. И что мы справимся. И те, кто мне поверит, тем от всего сердца скажу спасибо. Тем, кто станет со мной рядом, поклонюсь в пояс, ребята. И всей душой пожелаю добра. И вам, вашим родным, близким, вашим семьям. Добро должно быть, ребята. Пока мы чувствуем себя людьми, пока в душе горит хоть немножечко наша человечность, мы не можем отвернуться. Я не хочу подабливаться тем, кто этих малышей вывез в это поле и бросил. Я хочу быть другой. Да, это трудно. Да, многие называют нас ненормальными. Я согласна. Пусть называют. Но я хочу быть доброй. И хочу, чтобы вы были вместе со мной. Вы, мои друзья, соратники. Вы просто хорошие, замечательные, добрые люди. Спасибо вам.